победительниц. Победителем стала Елена Панфилова. Самая улыбчивая женщина проекта. Сладкая женщина должна быть обаятельной, привлекательной. Энергия внутренняя, тепло души, оно из рукоделий собирается. И вот если к тебе приятно прикоснуться, любому человеку, значит, ты сладкая. Впечатления, бодрящие впечатления, очень много эмоций. Даже вот сказать не знаю, что. Ну, что понравилось? Какой конкурс? Какой этап? Да все очень хорошо на самом деле, потому что красота всегда имела место быть, и женщина всегда хотела быть красивой, поэтому мы сегодня отдались полностью сцене, чтобы показать всю красоту. Это сказка, которая явилась пылью. Потрясающее впечатление, мне очень понравилось. Это был месяц праздника, подготовки к празднику. Очень жаль, что все закончилось. Ой, впечатление самое замечательное. Я столько адреналина не получала, даже когда сплавлялась по горным рекам. Девочки все супер. И Леночка достойна этого звания. Она действительно самая сладкая и самая улыбчивая. Все супер, все замечательно. Все настолько душевно и настолько тепло все прошло. И очень рада за Лену Панфилову. Она достойна победы по всем и параметрам, и улыбки. И настолько душевный человечек. И остальные девчонки все просто... Спасибо организаторам, спасибо Дому культуры, спасибо всем зрителям и спонсорам. И вообще все круто, все классно, все здорово. Недовольна. Вы недовольны? Считай, незаслуженно, да. Но это мое мнение. Незаслуженно. Мы бы девушке номер 5 дали победу. Очень понравилась она. Ну, есть жюри ведь, понимаете? Там не один человек сидит. Справедливо. А что понравилось тогда? Вообще сама атмосфера просто. И подготовка. Предвкушение – это самое сладкое. Все, что было от этого конкурса. Очень хорошие, очень позитивные. Я не жалею, что пришла, поучаствовала, с девочками познакомилась. Вот у нас все на позитиве прошло. И репетиции, и сам конкурс вообще здорово. Не знаю, ну, мне понравилось на все 100%. Я очень рада, что пришла, что поучаствовала, чему-то получилось, что-то новое узнала, в чем-то себя другом попробовала. Это очень здорово. Для себя, для души, это вообще классно. Нет, получилось у нас все. Что мы задумали, у нас все получилось. То есть все конкурсные номера, которые у нас были отрепетированы, они у нас выступили. Ну, девушки выступили, да, но были, конечно, у нас недочеты, но сошлемся на волнение, на усталость, особенно в последнем выходе. Но девчонки вообще молодцы. За короткий срок, за 2 недели, мы выучили 4 полноценных больших номера. И они их выступили, хорошо выступили. Поэтому я очень рада, что у нас все получилось, и все было красиво, нарядно и так душевно. А что бы улучшили? Ну вот, вот сейчас своим взглядом уже. Еще на больше. Следующий год. Больше бы репетиций заранее. Надо начать все заранее репетировать, чтобы было четко отрепетировано. Вот, то есть нам времени не хватило, конечно. Вот, а так, дефиле у нас было очень хорошее. У нас постановщик Влада вообще молодец. Очень красиво сделал, очень сложное дефиле. Вот, костюмы у нас были изумительные. Ирена у нас, как всегда, очень любим, уважаем их. Театральная зарисовка была интересная. Светлана Александровна Львова ставила номер. Танцевальный выход мало не хватило. Хотелось больше участниц, чтобы они больше подвигались. Единственное, вот тут бы, наверное, добавили. Прошел месяц, который мы плодотворно работали с девочками, занимались, подбирали им какие-то наряды. Было очень непросто, потому что девочки все разные, но хотелось как-то вот их сделать их образ, чтобы он запомнился. И немножечко изменить то, как они раньше себя позиционировали. То есть, если она одевалась там все время, ходила в юбках, то мы обязательно принципиально просто одевали брюки на девочку. Если она ни разу не одевала юбку, в общем, полностью кардинально изменили их имидж. Вот. Ну, конкурс прошел просто на ура, отлично. Тоже не первый конкурс, но и не последний. Вот. Победительница заслуженно победила. Все девочки были просто отличные. Были ли споры с жюри? Ну, такие, скажем, не то что споры, а небольшие такие разногласия в номинациях, но по подсчету, по общему, когда мы уже подсчитывали, все равно вышло вот так, как вышло. Вы победили сильнейшие. Я хочу вас поздравить, что вы сделали этот шаг
вы зажгли зал, вы выступили, вы вышли, вы получили массу удовольствия, еще будет очень долго идти послевкусие, вы будете все вспоминать, да, смотреть фотографии, обсуждать, будут вас близкие поздравлять, говорить. То есть это еще все будет продолжаться. Но мне всегда очень печально, когда вот проходит какой-то конкурс, вот Мисс Кот вот пройдет, столько мы вот сдружимся все, и вот как сегодня тоже, вот мы все сдружились, я думаю, вы с Наташей очень подружились, породились, да. И то, что уже настолько вам стал Дом культуры, вот говорят, дворец культуры, я говорю, надо вот то, что Дом культуры, это действительно вашим домом, я надеюсь, номер три или еще каким-то, но домом, что вам сюда уже приятно приходить на репетиции и так далее. Так вот, я каждый раз думаю, что не хочется никого отпускать. Давайте какой-нибудь женский клуб мы с вами организуем. И будем, может, обмениваться интересами. Там Влада что-то, кто-то вот увлечением, да, занимается, делает. Я видела фотографии там из конфет машинки, там все что угодно. Это Наталья. Да, давайте вот что-нибудь такое подумайте, пока передохните, пока вот порадуйтесь этому празднику, а потом снова соберемся. В общем, я за продолжение проекта «Сладкая жизнь». Ура!